находимся теперь тоже в малом периметре, но в новом домике. Новый он действительно не так давно сделан, да. Ну, еще есть, конечно, видно недоделочки, которые надо сделать. У нас, к сожалению, мужских рук всегда не хватает. Что могу сказать? С этими домиками вообще была очень интересная история. Это покупался готовый домик в Леруа Мерлен, без рекламы. Вот. И стоил он порядка, по-моему, 17 тысяч. Да, он стоил там 16 999, ну, 17 тысяч. Вот. Мы объявили сбор денег, собрали очень быстро, хочу сказать, буквально за 5 дней. Поехали, купили.